По сути, преступление у меня небольшой средней тяжести. Меня посадили всего лишь за пару роликов в сети. И тем не менее, меня почему-то хотят держать в СИЗО, где держат убийц и прочих людей. Я понимаю, почему посадили, например, ФСБшника, который недавно 4-месячную свою дочку убил. Это понятно, почему он находится в СИЗО, но я всего лишь выложил пару роликов в сети, где еще неизвестно, о том, оскорбил я там людей или нет. И это при том, что в сущности вся моя остальная деятельность на Ютубе, она просветительская. Изменить Соколовскому Руслану Геннадьевичу меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу на срок по 23 января 2017 года.